Налейте не английской, а обыкновенной русской водки. благословенная. Бог с вами, голубчик. Дарья Петровна сама отлично готовит водку. Не скажите, Филипп Филиппович. Все утверждают, что новая очень приличная. В 30 градусов. А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30. Во-первых. Во-вторых, бог знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову? Все что угодно. И я того же мнения. О, а теперь, Иван Анарольевич, мгновенно вот эту штучку. Если вы мне скажете, что это плохо, вы мой кровный враг на всю жизнь. Это бесподобно. Еще вы Заметьте, Иван Анарольевич, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок это первое.